Коллеги, добрый день. Меня зовут Илкин, компания Get8. Сегодня я вам расскажу про доработку, которую довольно часто спрашивают. Это автоматический подсчет полей. Так, яркий пример – это когда нужно посчитать чистую прибыль по сделке. Как показывает практика, в бюджет сделки вписывают общую сумму сделки, однако многие менеджеры зарабатывают не от оборота, процент от оборота, а процент от чистой прибыли, от маржи. Вот, соответственно, тут остается проблема, что, ну, как-то вроде стандартными средствами это автоматически не просчитать, а менеджер не всегда знает расходы, еще такое бывает. Давайте посмотрю, как можно решить эту боль. Так, менеджер в ходе сделки вписывает в поле общий бюджет, к примеру, сколько он ожидает денег по этой сделке, к примеру, 10 тысяч. Затем либо менеджер, либо бухгалтер, либо какое-то еще ответственное лицо описывает расходы по этой сделке. Яркий пример, что в этом случае вот эти поля расходы для администратора скрыты, точнее для менеджера. Для администратора как раз таки это все видно, чтобы администратор вписывал расходы. Это туристические услуги, оформление визы. Да? Например, вот партнеру мы отдали 200. Медстраховка 200, СБ 200, СР 200, курьер 200 и можно еще какой-нибудь расход. Я думаю, хватит. Нажимаем сохранить. А после этого что происходит? Автоматически складывается вот эта сумма и высчитается из этой, и соответственно бюджет сделки подтягивается, точная сумма 9000. Точнее маржинальная сумма, чистая прибыль. И уже менеджер получает процент от бюджета сделки, что это число у нас везде вырисовывается, в аналитике, в конверсии и так далее. Вот, еще яркий запрос – это автоматический вычет НДС, еще какие-то формы, можно сложнее, на самом деле это, ну, довольно такой самый-самый наглядный пример, можно делать хоть что угодно, различные формулы вбивать для вашего просчета, чтобы упростить работу менеджера. Обращайтесь за помощью на get8.ru и обязательно мы вам поможем. Всего доброго, до свидания.